Материнство – женское призвание, счастье и тяжелый труд, горе ответственности, забот, переживаний, дарить любви огромный изумруд. Быть примером и опорой, всегда принять, простить, понять, когда нужно, чутким взором на ложный путь ребенку указать, чтоб смог он дров не наломать, решение верное принять. И как тут маме не устать? Но ты всегда со мною рядом, моя наставница, подруга, и для меня, как высшая награда, счастье внутри нашего круга. Родная кровь, плоть от плоти, с тобою связаны навек. Известно, по природной сути, ты самый близкий человек. И нет на свете сердца добрей, я тебя никогда не предам. Хоть я не из лучших детей, знай, ты лучшая из мам.